Всем привет, друзья! Сегодня решил выбраться на Москва-реку, в черте города Москвы, так называемый зимний стритфишинг. На улице минус 15. Сегодня вот решил половить окуня на поводковой оснастке с различными приманками. Надеюсь, у меня получится поймать красивых, больших, толстых московских окуней. Смотрите! Есть первый сегодня. Чуть ускорил проводку, что медленно вел, ускорил проводочку и сразу первый такой попался. Опа, вот это хороший. Это хороший окунь. Не знаю, сколько в нем, но упирается достойно. О, хорошо идет. Не буду форсировать события. За краешек сидит. А? Это уже городской окунек. Попался такой толстенький окунек. Взял на такой достаточно активной проводке небольшого рачка на каролинскую оснастку. Но начало рыбалки хорошее. Я думаю, что будет что-нибудь покрупнее попадется, может быть, сегодня. О, какой! Толстенький, хороший окунище. Ладно, холодно, не будем его мучить. Отпускайте, друзья, всю пойманную рыбу, чтобы такие прекрасные окуня дарили поклевки вновь и вновь. Давай. О! А чё ты в трубу-то, дружище, ты чё? Опа, есть. Хорошо, так опять взял. Делал такую проводку двойную. Как бы примерно пародирую, как себя ведет рак в воде. Опять хороший окунь. Ну, такой, может, поменьше, чем первый. Но я думаю, я вот так подниму. Да, я думал, что он гораздо крупнее. Заглотил. Вот очередной окунек попался небольшой. Взял на рачка такой рваной проводкой. Пародирую, в принципе, движение рака. Вот, заглотил очень хорошо. Сейчас попытаюсь аккуратненько изъять и отпустить товарища домой. Тихо-тихо. Зимний спиннинг, минус 15. Пальцы сейчас отвалятся. А вы как думали? Это вам не дома за диваном сидеть, телевизор смотреть. Ах ты ж, выдернул изо рта. Вот, есть контакт. Надо пожаловаться на плохой клев и сразу поклевка. На Hog Impact и течет. Вот он. Вот такой. Толстенький. Очередной окунек попался. На этот раз клюнул уже с ближней дистанции. Тоже на такую рваную проводку. Почему-то на медленную меня сегодня не клюет. На мою любимую. Но зато на более активную поклевки есть. Эх, все замерзло. Да что ж такое-то, а? Ой. Есть. Наконец-то, а? Уже столько пустых поклевок, просто неимоверное количество какое-то. О, да, малыш. Может, они такие клюют? Расти большой. Я знаю, что я сейчас делаю. Я сейчас вяжу отводной поводок.
Че, сошел ты? Да ё-моё! Ах! То ли отводной не нравится, то ли приманкой не нравится, не знаю. Зато летит далеко. Но только в этом далеко что-то не клюет нифига. Что-то на отводной поводок не клевало. Решил опять каролинскую оснастку поставить. Сравним сейчас, посмотрим. Оп! Ах ты сошел! Блин! Ну зато на первом же забросе на каролину сразу клюнул. Половил несколько часов на одной точке. Видел достаточно большое количество поклевок, но очень много поклевок было холостых. Виной, наверное, тому мелкий окунь. Последний попался именно такого размера. Поэтому принимаю сейчас решение сменить место в надежде на то, что удастся поймать все-таки мордатого хорошего окуня. Поэтому пойду на другую точку. Главное в рыбалке это терпение, друзья. Терпение, труд, все перетрут. Надо ждать. Упорно забрасывать и ждать. Есть контакт. Хороший. Очень хороший. О, судак. Ха-ха. Обалдеть. Вот это да. Вот это бывает. Ха. Офигенно. Заглотил по самые гланды, короче. Весь день мучился. Редкие поклевки. Сейчас буквально 10 минут назад спустил пару хороших, я думаю, окуней. Поменял крючок на более мощный. Вот очередная поклевка. Я тащил, думал, что это килограммовый окунь, честно. И я удивлен. Ну вот каролинская оснастка работает не только по окуню. Вот вечерний выход, вот такой вот приятный судачок. Заглотил очень глубоко, сейчас постараюсь аккуратно достать и отпустить его. Незабываемая поклевка. Такие друзья должны жить. Давай, друг. Сейчас надо его чуть-чуть отмочить. Плавнички за... Ой, все с ним хорошо будет. Круто, фу, просто на истощении каком-то. Несколько часов кидать. И потом такая долгожданная рыба меня аж трясет, и я не чувствую холода. Но руки сейчас буду отогревать, конечно. Обалдеть! Закончил сегодняшнюю рыбалку. Ловил в черте города Москвы. Ловил на поводковой оснастке. В принципе, окунь меня сегодня ничем не удивил. Он прогнозируемо поклевал утром и был небольшой выход вечером, а в течение дня была очень трудовая ловля с минимальным количеством поклевок, несмотря на то, что было солнышко и, в принципе, было достаточно комфортно. Зимний спиннинг он такой, тяжелый и суровый. Хотите ощутить его? Приезжайте на Москварику, пробуйте, ловите, поймать реально. Самое главное, друзья, отпускайте рыбу. Ну что, всем пока, до встречи на водоемах.